Так вот происходит сбор кедрового стланника. В этом году его что-то мало совсем. Стланника. То ли опоздал, то ли год неурожайный такой. Кедровка много сняла уже. Видите, вот такие шишечки. Год 2023. Сегодня что у нас? 12 сентября. В прошлом году я собирал в другом месте. Там было просто много. А в этом году мало. Так он стланник растет на камнях. Это хребет Хамар-Дабан. Залез, конечно, высоко. Что-то сложнее маршрут. Вот он, кедровый стланник. Все мало его. Так, ну это кедров на Авито. Если что, покупайте семена, выращивайте дома. Вот в таких он условиях растет. Получается. Земля ему. Земля вообще фиг пойми что. Ну вот такая. С песком дерн. Вот этот сланчик. Тяжелые условия, конечно, роста. Ладно, если что, заказывайте семена.